Уважаемый Константин Михайлович, уважаемые участники конференции, выпускники нашего славного института и, главное, уважаемое молодое, горячее, энергичное, креативное, вдохновенное племя военмеховцев. Сила и дух нашего вуза заключался всегда в том, что он давал фундаментальные знания, определял вектор движения каждого вперед и умел найти пути управления этим вектором для того, чтобы достичь той конечной цели, у каждого, которая была в душе, которую мы ставили перед собой. Именно поэтому большое количество выдающихся, талантливых ученых, деятелей науки и общественных выросло в наших стенах. Потому что мы всегда помнили и понимали, что военмех – это лучший всех. И вот девиз нашей конференции, 10-летней конференции, которая идет в память о Георгии Михайловиче Гречко, это техника, молодежь, космос. Это тот вектор, которому надо держаться, который выведет каждого из нас, я уверен, на новую орбиту. И потому позвольте вам, молодые наши креативные, будущие выдающиеся ученики и деятели науки и культуры, и там, не знаю, общественных деятелей, техники, быть всегда впереди, держать этот вектор достойно. Спасибо за внимание.